Как ты будешь, парень, как ты будешь себя спасать, а? Когда начнется катаклизм мировой. Ужас. Всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Добро пожаловать на шоу Сибириан Пауэр Шоу 2017. Ну что, заинтриговал? Тогда смотрим. Мы приглашаем вас стать частью Siberian Power Show 2017. Power Show 2017. 25 и 26 марта пройдет выставка спортивного питания и фитнеса площадью 10 000 квадратов. Более 20 образцовых турниров. Приглашенные гости – звезды мирового масштаба. Станьте частью яркого спортивного праздника нового уровня. Siberian Power Show 2017. Веселый балагур Виктор Симченко как мог развлекал гостей нашего города. Этот эпатажный парень не только может вести шоу, но и наворачивать кульбиты на турниках. Андрей Скоромный, известный бодибилдер и блогер, провел семинар по диетологии. Багаж накопленной информацией он донес до тех, кто посетил его семинар. Белок имеет прям вот ряд жизненно необходимых функций. И первую функцию, конечно же, все качки знают. Это... Строительная или по-другому структурная. Да? Потому что все вы знаете, человек — это белковая структура, мышцы состоят из аминокислот, вот, все внутренние органы состоят, соответственно, тоже из белка, ну, так скажем, жировой оболочки, да, поэтому, так скажем, человек — это субстанция белково-жировая. Во-первых, у тебя классное название — «Спортивный дед». Знаешь, сразу вспоминается фраза: «Как говорил мой дед, я твой дед», да? Вот, поэтому, да, молодец ты, молодец. Мы все делаем одно дело, да, развиваем спорт, популяризируем. Вот у меня сейчас закончился семинар. Я думаю, тебе понравилось? Да. Ну, вот я, собственно говоря, рад. И люди рады, я смотрю, да. Вот, поэтому что хочется пожелать твоему каналу? Больше, ребята, изучайте, больше горящих глаз, да, больше черпайте информацию. Вот. Чем больше информации, тем масштабнее у вас картина, и тем больше вы понимаете в этом деле. Вот, о чем я, собственно говоря, и рассказываю. Вот, поэтому никогда не останавливайтесь, то есть, с той точки зрения, да, изучения какого-то материала, изучения нового. Ну и, конечно, спортивных успехов, и не только спортивных. Что, подписывайтесь на канал «Спортивный дед», потому что, как говорил дед, мой дед, я твой дед. Всем удачи! На Siberian Power Show я встретил известного бодибилдера, а также лыжника Юрия Голубева.
этому человеку 48 лет, представляете? И его форма меня впечатляет. Поговорили о совмещении тренировок бодибилдинга и других контактных видов спорта. Вокруг так много красивых девушек, и все на Siberian Power Show. Тяжелая атлетика, царица железа, порадовала выступлениями своих спортсменов. А девушки, которые ходят даже на каблуках, и то, завидев турник и брусья, не могут пройти мимо. Юные молодые красавицы крутят разные кульбиты на турнике. I'm stronger, reaching out of sight. Hear the sound of the animal fear. The beast is insatiable. Lead me on to incredible deeds. It's time to be radical. На шоу встретил Александра Федорова, русского профессионала бодибилдинга. Мы с ним поговорили о том, что мотивировало его начать снова профессиональную спортивную деятельность. Мотивировали его начать спортивную свою деятельность люди, которые, глядя на него, бросили употреблять наркотики, алкоголь. Ну и куда же без боев ММА? Настоящие мужчины куются только в бою. И эти парни доказывают это. Лично мне понравились два боя. Это первый и четвертый. Парни рубились на славу. Жестко, мощно, технично. Вы посмотрели первую часть посещения этого шоу. Вторая часть ждите через несколько дней. Подписывайтесь на канал Спортивный Дед, ставьте лайки. Всем здоровья и позитива.